кодекс, братана. Где ты был вчера вечером? А? Где ты был вчера вечером? Я? С Адамом? А мне другой говорили. В смысле? Мне говорили, что ты был в клубе и цеплял девушек. Что? Нет. Мы с Адамом были на бейсболе. Окей, а потом что делали? Мы ели мороженое. Да, мороженое? Да, потом поехали к моей бабушке и сидели там всю ночь. Хорошо, тогда давай звони Адаму. Я не буду сейчас звонить Адаму. Звони Адаму! Звони! И ты будешь довольна? Да, я позвоню. Спасибо. Дай-ка сюда. На громкую. Йо, чё как, бро? Адам! Чё как, чувак? Чилю Fortnite играю. Вчера ночью отлично оторвали. Как твои дела, бро? Эй, как твои дела, бро? Йоу! Кодекс, братана! Как твои дела, бро? Ты на громкой связи, моя девушка рядом со мной. А, извини, я был в душе. Я своей маме помогал. И из душа вылезти. А... Чё спросил, дружище? Чё ты сидишь, мусолишь? Спроси его. Сейчас. Слушай, а... Странный вопрос. Чё мы с тобой вчера делали? И, кстати, ты нашёл свои солнечные очки? Солнечные очки. Бейсбол. Бейсбол. Да, мы ходили... На бейсбол. Клёво, клёво. А куда мы двинули после бейсбола? Апчи! Куда мы двинули потом? Апчи! Чихнул, он чихнул. Мороженое! Мы взяли по мороженому. Мы взяли мороженое. После игры? Да. Мы взяли мороженое, а потом куда мы пошли? Тигр? Тигр? Тигр, это его старый прозвище. Мороженого, что мы делали после бейсбола мороженого. Мы... Тигр? Я же просил не называть так меня больше, мужик. Те деньки уже прошли. Тигр. Ты тигр? Ты те дни уже замазала. Тигр. Прекрати его так называть, это странно. А у меня других прозвищ не было. А, слушай, а... Это мы не тебя называли клавиатурой? Как клавиатура? Клавиатура или Пикачу? Или может вместе? Клавиатура с Пикачу? Старый дом. Да, домашний старик. Погодь. Чё, не помнишь? Пикачу. Слушай, а... Может, у меня были какие-то гендерные прозвища? Да. Клавиатура, Пикачу и сосок. Сосок. Ну, короче, чё мы? Мы были на бейсболе. Поели мороженого, а потом пошли к дому в возрасте. Страница 637. Это ещё одно прозвище. 600-600-637. А... Слушай, мне тебе сейчас на другой линии звонят, я тебе перезвоню, дружище. Нет, эй, нет, подожди нет. Секунду. Адам! Марк, у Анвара проблемы, слушай. Да спокойно, спокойно. Какое слово? Сосок. Сосок клавиатура. Сосок клавиатуры и Пикачу. Он сейчас перезвонит. Я не знаю, что это значит. Чувак. Это бабушкин дом. Ты мог просто сказать тигр. Спасибо, Сидин, я тебе перезвоню. Анвар, дружище. Мы были на бейсболе. Взяли по мороженому. Ну и мы пошли домой к твоей бабуле. Спасибо большое, Адам. А, да не за что. Я тебе позже перезвоню. Прекращай быть странным. Окей. Что? Что теперь? Окей, я верю тебе. Ладно. Бро, прошлой ночью ты был прямо зверь. Нет, как ты отжил? Йо, это Адам, оставьте сообщение. Эй, Адам, я только что говорил с Ником, он говорит, что у Джули какой-то парень дома. Она мне, походу, с кем-то изменяет. Короче, перезвони мне. Привет, малыш. Привет. Что ты тут делаешь? Где он? Ты о чем? Ты сейчас о чем? Ты знаешь, о чем я. Ник сказал, что он видел тебя, как ты ехал в машине с другим парнем. Ты на работе должна быть. Но я неожиданно решила взять выходной. А, ты выходной взяла. У моей подруги Тиффани было день рождения, и мы пошли завтракать в честь ее дня рождения. Завтрак у Тиффани. Тиффани.
А, я хотела подарить ей воздушные шарики к дню рождения, и твой друг, наверное, подумал, что это чья-то голова. Окей, а что потом было? А потом... А, мы немного пошопились. Она себе подарок выбирала. Окей. Звони Тиффани. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас ей позвонила? Ну, тебе же нечего скрывать, да? Давай, ты всегда заставляешь меня звонить моим друзьям, когда что-то подобное случается. Звони Тиффани. Не, на громкую. Это Джули. Эй, Джулиса! Тиффани! Тиффани? Какая Тиффани? Кто такая Тиффани? Эй, сестер! Где она? Где она? Где она? Где она? Где она? Давай быстрее! Давай, давай! Мой парень рядом, и ты сейчас на громкой связи. Да-да, ты на громкой, ты на громкой. Извини, не успела подхватить. Систер! Да, что мы делали на твой день рождения? А сегодня утром, Тиффани... Тиффани? Тиф? Сладкая? Харе, повтори, что ее зовут Тиффани. Тиффани, ключевое слово. Тиффани, Тиффани. Тиффани. Мы завтракали. Завтрак. А мы завтракали в честь моего дня рождения. Завтрак. А мы так хорошо провели время. Да, было так клёво. Лучший завтрак жизни. С днём рождения, меня. С днём рождения, меня. С днём рождения, меня. А помнишь, что я тебе подарила после этого? Как тебе они? Чё смешного? Вроде это ха-ха, вроде... или ха-ха. Вроде это... Нашла. Шарики. А, я так люблю шарики. Спасибо, что подарила мне их на мой день рождения после завтрака. Спроси, чем вы после занимались. У меня последний вопрос. Чем мы занимались после завтрака? Я не знаю, почему искать. Нужно еще какие-нибудь ключевые слова. Что было после? Так ты сама знаешь, да, что да. Ты меня спрашиваешь. Ты сейчас такой типичный смотритель парка. Смотритель парка? Это ее вторая работа. Смотритель парка. Настоящий смотритель парка, Сима. Да-да, это же моя работа. Сима, смотритель парка, смотритель парк, парк, смотритель парк. У тебя смотритель парка прям каждый в семье. Дальше. Парк, 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 парк. Ну ты помнишь, что любят делать все смотрители парка? Чем твой еще смотритель парка? Ну, мы шопились, я искала себе новый штан для йоги. Было да, так да. Клёво. Ах, было классно. Прости, просто... Кое-кто пытался обвинить меня, не верил мне, и всё потому, что он слишком ревнивый. Я не ревнивый. И это при том, что ему никогда ни хрена нельзя самому верить. Мне нельзя верить? Ты постоянно обманываешь. Когда я обманывал? Что ты делал вчера? На роликах катался. И с кем же ты катался? С своим другом Адамом. Ну ладно, хорошо, я верю тебе. Я могу доказать, давай я ему прямо сейчас позвоню. Не-не-не, ты можешь ему не звонить, я тебе верю. Все хорошо, ты можешь ему не звонить. Адам, все, не звони. Я сейчас докажу. Ты в порядке? Эй, чё как, бро? Я! Как твои дела, бро? Слушай, я прямо сейчас в кинотеатре. О, прости, как твои дела, бро? Как твои дела, бро? Он сейчас в кино. Чё мы с тобой вчера делали, пёс? Делали, пёс? Мой пёс. Ты же мой пёс. Мы на роликах катались, мы катались на роликах. Да, видишь? Спасибо, бро, и спасибо, что отвлекся от фильма. Придурок. Да, прекращай быть странным. Ты говоришь, что мне нельзя да. верить. Почему ты мне постоянно... Ну, вот только не начинай. Я честный с тобой. Ты постоянно мне врёшь. Я с тобой честный. Почему нельзя просто друг другу всё постоянно рассказывать? И мы больше времени вместе проводим. Надо её отслушать. Ну, в последний раз. Я лучше позвоню Адаму. Алло. Привет, малыш. Чё как? Я сейчас в кино. Не могу говорить, я тебе перезвоню. Кино? Сейчас утро вторника. Да, это спецпоказ. Мне билет подогнали. Случайно получилось. О, окей, я тогда прокомментирую одну девушку в Инстаграм, и ты мне теперь будешь напоминать об этом всю мою жизнь, потому что... О, там крутая сцена, я перезвоню. Ой, это все мужики, которые у меня в друзьях, это твои друзья. Все мужики, которые у меня в друзьях, это твои друзья. Эй, сестер! Привет, привет. Это Хана, я сейчас Тиффани, хотел пригласить тебя на ужин и сказать то, что у нас... Йога перенеслась на пятницу. А, ты, ну, ты давно вообще на йогу ходишь?
Я знаю, что ты спишь с моим парнем. А что насчет занятий вышивкой? Серьезно? И что ты будешь с этим делать? Я всегда в такие моменты люблю ходить на беговую дорожку. Я уже переспала с твоим парнем. Анвар спал с моей девушкой? Да как ты мог так с тобой поступить, бро? Я знаю тебя столько лет, а ты спал с моей девушкой. Чё? Бро, чё ты тут делаешь, труса? Ты чё? Ой, ну начнём с того, что... Ты у меня под кроватью был? Не, у меня кошелек выпал, я пополз под кровать, и с меня стянули штаны. Ты ходишь в этих тупых ковбойских ботинках? Ты спал с моей девушкой. Да, но я... Ты спал с моей девушкой? Да, но почему ты мне просто не сказал? Да, а ты мне почему не сказал? Ну ни хрена, тот лад... Чё-то, мне кажется, они убьют друг друга. Хреново это как-то. Слушай, прости, что я спал с твоей девушкой. И прости, что я с твоей. Ладно, все клево? Да. Ты хочешь на ножах? Не хочешь что-нибудь перекусить? Очень хочу. Штаны наденешь? Не, так нормально. Давай, пошли. Суши? Я понять не имею, о чем ты говоришь. Это какой-то гон. Проваливай! И видеть тебя больше не хочу. Я штаны могу взять? Нет! Почему Аманда говорит, что видела тебя с другой девушкой вчера? Чё она говорит? Она врет! Да, она врет! И где же ты был? Я был в зоопарке. Что ты делал в зоопарке? В зоопарке? В зоопарке! Что остальные там делают? Я волонтер в зоопарке. Ты что, прикалываешься? Какой еще волонтер в зоопарке? Ну а кто волонтер в зоопарке? Нет, волонтера в зоопарках! А мой друг Чес? А, Чес, точно. Я не знаю никакого Чеза. Он мой зоодруг. Твой зоодруг. Мой зоодруг. А может мне тоже зоодруг завести? У тебя нет зоодрузей? А может лучше Чезу позвоним? Твоему зоодругу. А я позвоню. Хороший вариант. Может я от него хоть правду услышу, где ты вчера был? Алло. Привет, Чез. Привет, Анарчик, как можно? Как твои дела, бро? О, нифига, это происходит. Как твои дела? Сейчас, секунду. Извини, мужик, я уже тут. Подмороженный вопрос. Пап, что? Где мы были прошлой ночью? Подмороженный вопрос. Ну, мы просто так общаемся. Пап. Это подмороженный вопрос. Мы в аквариуме были. Да, приблизительно там, но нет, приблизительно там. Ты можешь нормально код произносить. Алло. Эй, Петти. Как твои дела, бро? Мой подмороженный друг. У меня тут тебе вопрос. Где мы были прошлой ночью? Мой подмороженный друг. Окей, ты чё вообще несёшь? Мой друг Джереми, вот он. Окей, да, давай теперь всем подряд звоним. Он прям со мной был, знаешь ли? Валяй. Йоу. Эй, Джереми, как твои дела, бро? Сейчас, секунду. Подмороженный вопрос. Скажи, где мы были прошлой ночью? В зоопарке. Мы были в зоопарке. Да, а какие делишки мы с тобой совершали? В зоопарке. А ну что ли, мужик, ты чё, сам забыл? Да, спасибо. Чё, мой телефон. Джереми, привет. Мой телефон. Как твои дела, бру? Не надо, так только мы можем говорить. Прямо и честно говорить, где вы были прошлой ночью? Честно или... Не смей мне врать. Окей, ладно, мы пересеклись в вагоне метро. И ещё братишкам позвонила, мы пошли в бар, там были девчонки, у которых денег не было, и... Эй, Могу еще кое-кому позвонить? Слушай, тебя больше никогда не хочу, меня тошнит. Я не виноват. Все, что ты говоришь, это постоянно ложь. Ну я же извинился. Хочу, чтобы ты все свое все забрал. Не хочу больше никогда тебя в своей жизни видеть. Только не слышал Боба. Я сыта этим по горло, Анвар. У тебя нет доказательств на всю тупость, что ты сейчас говорил. Нет, стой. Поэтому я видеть тебя больше не хочу. Что мы с тобой вчера делали? И, кстати, ты нашел свои солнечные очки? Бейсбол. Бейсбол. Спасибо большое, Адам. Прекращай быть странным. Я могу доказать, давай я ему прямо сейчас позвоню. Что мы с тобой вчера делали, пес? Мы катались на роликах. Да. Да, прекращай быть странным. Да, на прошлой неделе мы ребенка осьминога мыли. Прекращай быть странным, чувак. Это была моя красная машина, не какой-то там девушки. Прекращай быть странным, чувак. Прекращай быть странным, чувак. Пап, поиграем в прятки. Хорошо, начинай прятаться. Раз, два. Вы позвонили в нашу резиденцию. Эй, че, как дела, Адам? Анвар.
Чё, как, мужик? Миллион лет не говорили. Или больше, как ты там? Чё вообще у тебя? Всё отлично, у меня милый ребёнок. О, да, маленький Томми. У нас с женой скоро первая годовщина, мы в круиз собираемся. Ой, должно быть весело, мужик. Да, прям кайф. Да, бро, знаешь, я просто решил позвонить. Сказать привет, узнать, как твои дела. Да, клёво. Да. Ладно, бро, мне очень нужна твоя помощь. Меня из дома выгнали, мне нужно, чтобы ты мне помог. Слушай, я завязал с этим, чувак. Бро, последний раз. Я больше не могу этого делать. Бро, это особый случай. Бро, мне надо, чтобы ты просто позвонил и сказал, что мы с тобой были... Я женатый человек. Слушай, я это очень уважаю. И это самый последний раз. Я же сказал, не могу. Адам. Алло. Эй. Прекрати сидеть у меня под окном. Ну ладно, ухожу. Ладно, милый, я другую игру поищу. Так, чё у нас тут? Привет, Адам. Привет, Анвар. У меня для тебя подарок. Что это? Это книга. Если один из нас попадет в беду, второй сможет помочь ее помочь. Спасибо, Анвар. Бро важнее девок. Зайчик, там кабельщик пришел, мне его встретить надо. Ты что творишь? Тебя возвращаю. У тебя это не получится. Любимая. Или сейчас уходишь, или в полицию звоню. Стой. Слушай, прости меня. Послушай, минуту, я врал. Хорошо, я не волонтер в зоопарке. Я себя идиотом чувствую. Но я соврал только потому, что... У меня был сюрприз для тебя. Я хотел нам обоим отпуск организовать. Отпуск в круизе. Правда? Да. Что тогда за девушка с тобой была? Девушка? Она тур-менеджер. Она мне помогала билеты подобрать. Для нас двоих. Так, давайте, что он вам говорил? Он говорил, что мы чем-то совместно занимались. Да, он назвал меня Попроковым. Подмороженным, ты перепутал. Он точно сказал Попроковый. Не Попроковый, а подмороженный. Ну и нифига. У меня что-то сказал. Попроковый и я. Волонтер. Волонтеры в зоопарке. Я говорю у тебя про зоопарк. Нужно ему позвонить. Зачем мне тебе вообще верить? Но... Сейчас, секунду. Адам! Адам был там и помогал мне выбирать билеты. Что еще за Адам? Я понятия не имею, кто это. Как твои дела? Бро! Анвар, волонтер в зоопарке. Что? Не Адам, она меня поймала. Краснорукова. Да, Адам, эта новость устарела. Краснорукий, это кот. А мне дай последнюю часть. Отмена миссии. Что это значит? Он резко поменял историю. Не, ладно, мы не волонтеры в зоопарке. Мы таким не занимаемся. Кто так вообще делает? Не мы. А что же вы тогда делали? Что мы делали, когда... Когда они волонтерили в зоопарке? Давай, Адам. Просто будь откровенным с нами. Откровенным? Откровенным. Он что-то зашифровал в этой фразе. Откровенным. Вот, значит, подарок. Я помню, что... Не-не-не, сюрприз. Мы с Анваром готовили для тебя сюрприз. Я же говорил. Мы скрывали, потому что с Анваром сюрприз тебе готовили. Да. Окей. И что же это за сюрприз? Что за сюрприз? Но... Я же не могу тебе рассказать про каждый сюрприз. Эй, Адам, а джинсы скини у тебя, которые я тебе дал? Джинсы скини. Я просто потом забуду. В смысле зубная щетка? У меня тут то же самое. Зубную щетку.
И чё это значит? Да, наверное, он просто запутался, потому что он сам по себе скини, и у него мои джинсы. Видимо, ему что-то послышалось. Так, быстро! Ты ищи слово скини! Ты ищи джинсы! Отпуск! Круиз! Отпуск круизе! Мы соврали по поводу зоопарка, потому что мы с Анваром готовили для тебя сюрприз. Круиз! Да! Прям твой отпуск! Сюрприз! Я ж тебе говорил! Окей! Тогда покажи мне билеты, Анвар! Билеты? А где мы билеты-то возьмем? Этого в книге же нет! Этого нет в книге! Забудьте про книгу! Переоформляй мои билеты! О боже, это что ж? Что ж мне делать тогда с этими билетами? О, мой бог, это что, билеты? Это правда билеты, круиз? Чё, стой, что? Боже мой! Боже мой! Билеты в круиз! Боже мой, мы едем в круиз! Билеты в круиз, я же тебе говорю, что у меня есть билеты в круиз! Я поверить не могу, я так сильно тебя люблю, прости, я тебе не верила! Мне теперь так сильно! В смысле, я люблю тебя, малыш? Да! Прекращай быть странным, чувак! Прекращай быть странным! У нас получилось! Ты лучше! Боже мой, я даже возбудилась! Я так сильно тебя люблю, стой там! Я тоже тебя люблю! Ты что, наши билеты в круиз продал? Ты что, с ума сошел? Не-не-не, я их Анвару отправил и переоформил, чтобы он убедился, что у нас хорошее агентство. Я тебе не верю, звони ему. Позвони ему. Чтобы я хоть раз тебе еще поверила, даже не думаю. Как твои дела, бро? Оу. Ох, я помню это место. Я тоже. Мы тут впервые встретились. Тут я первый раз сказал, что люблю тебя. И я сказала то же самое. Да. Ты выглядела потрясающе. На месте, работаем. Ждите моей команды. Чешется. О, смотри, это облако похоже на рыбку. Какое облако? Это сигнал. Пошла милота. Время цветов, Софи. Боженьки, какие красивые. Вылетайте, парни. Вас понял. И разделяйтесь. Сидни, ты выйдешь за меня? Музыку. Я не могу. Что? Что? Ну, почему? Потому что перед тем, как мы поженимся... Я хочу знать, где ты был 13 августа с 7 до 11 вечера? Довольно конкретный отрывок времени. С чего ты взяла, что я не был с тобой? Потому что я была в Коста-Рике на свадьбе брата. Мой лучший друг видел, как ты вышел из спортзала и сел в розовый джип. О, черт, походу что-то плохое случилось. Быстро, доставайте книгу. Она тут, сэр. А, август 13-го, да. Я сначала не понял, я был... я был на шоу талантов с Адамом, в паре. Да, мы заняли второе место, а потом пошли блинчики кушать. Хорошо, и чей был розовый джип? Он Адама. Его тачка в ремонте, а только эта в аренде была. Эй, хоры двигаться. Мне надо почесаться. Давай ты завтра почешешься. Окей, тогда это кто? Это Адама. Двоюродная сестра. Ты чё, серьезно? Да, мы на потанцовке были. И с каких пор ты танцуешь? Я вообще-то люблю танцевать, ты чё, не знала? Слушай, давай, чтобы с того проду потом, то есть понятно. Просто Адаму позвоним, и он сам все скажет. Хорошая идея. Он, похоже, сейчас звонить будет. Это он! Эй, бро, хары, не двигайся! Эй, ты чё? Сэр! Сэр! Давай просто убежим! Да, давай, бежим!
Бери трубку. Алло? Адам! Эй, как твои дела, бро? Какие мои дела? Слушай, я хотел с тобой покрякать. Ой, то есть в смысле покряхтеть. Кря. Не пойму, почему я постоянно крякаю. Ну, знаешь... Слушай, где мы были 13 августа? Я с кем говорю? Это же я, Адам. Прекращай быть крыканутым, чувак. Слушай, чувак, я тебя не знаю. Спасибо, Адам, я тоже его знать не хочу. Ну, брось, помнишь, как мы носили наплечники? Чего? Брось, чел. Мне что, тебе карандашом написать? Я вообще не понимаю, что ты несешь. Кря! Кря! Что ты несешь? Чувак, ты номером, походу, ошибся. Не-не-не-не-не. Слушай, я знаю, что это звучит немного. Я не должна была никогда тебе верить. Я не выйду за тебя. Я тебя знать не хочу. Нет. Эй! Нет, пожалуйста, не... Не уходи! Она сказала... Нет, 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 нет. Год спустя. Как твои дела, бро? Это секретный код. Чё, как твои дела? Как же я рад, ты сегодня женишься на моей сестре. И мы станем настоящими братанами. Ну, в переносном смысле, да. Нет, 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 нет. Настоящими братьями. А, ну, да. Как твои дела, бро? Мы просто так кодовое слово не используем. Оно нужно, когда у тебя проблемы, ну или да, вроде ну того. Да. Какого чёрта вообще? О, малыш, я не могу видеть тебя, это плохая примета. Нельзя видеться перед свадьбой. И чё, получается, ты веришь в удачу? Это так по-детски, Анвар. И какого хрена ты разоделся, как уличный фокусник? Тебе не нравится? Нет. Что это за ужас? Кто тебе помогал это выбирать? А твой брат вчера мне... Это не я, я к этому вообще никакого отношения не имею. Получается, что один из вас мне сейчас врет. Я бы тебе не стал врать, ты же знаешь, ты чё? Хорошо, знаете чё? С меня хватит, если хочешь, веселись в своем маленьком костюме на Хэллоуин. А я сегодня буду выглядеть лучше, чем любой из вас. Эй, ты чё, меня не прикрыл? Это не мое дело, бро, лады? Так, скажи, ты помнишь это место? Нет. У меня еще несколько вопросов. Знаешь этих детей? Нет, выглядит как фотошоп. Этих девушек? Нет, они свободны. Это твои сестры. Гадость. А этого парня? И что ты скажешь, что это мой первый сын? Слушай, я не знаю никого из людей на фотографиях. Эй, все выглядит как фотошоп. Прекращай быть странным. 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 Прекращай быть странным, чувак. Прекращай быть странным, мужик. Прекращай быть странным. Ты мой лучший друг 7 лет. Бейсбол. Как твои дела? Бро! Сосок клавиатуры и Пикачу. Я вспомнил. Я все вспомнил. Где Анвар? Он сегодня женится. На Сидне? Не, на другой девушке, которая никому не нравится. О, нет. Нет. Что случилось, милая? Сладкая. Что случилось? Ты случилась с Хлоей. Что она сделала? Хлоя выглядит лучше, чем я. Так ты же мне сказала прийти в этом платье. Хорошо, что ты хочешь? Я хочу, чтобы она ушла. Я же подруга невесты. Уходи. Ты права. Все нормально, у тебя изо рта пахнет. Уйди от меня. Уходи, уходи, ты слишком уродлива. Тебе надо уйти. Уходи. Стой, а ты куда? Меня выгнали со свадьбы. Она ушла. Хорошо. Все хорошо. Ты ее выгнала? Это твоя лучшая подруга, она кольца несет. Да, я выгнала ее. Это мой день, и я мечтала о нем всю свою жизнь. Ты лишь малая его часть. Она ушел. Уходи, уходи, просто уходи отсюда. Ладно. Уходи. Ладно. Прекрати.
Фу, пап! У тебя руки вспотели. Не трогай меня. Беатрис, хочешь ли ты произнести свою клятву? Нет, спасибо. Анвар, берешь ли ты Беатрис свои жены? Я... Берет. Не берет. Адам? Прости. Я забыл, кто ты. Но потом вспомнил. Ты вспомнил? Да. Че это за урод? Я не урод. Я бро. Воу-воу-воу. Ты не бро. Я бро. Бро. Да, он его бро. Бро. Как дела твои, бро? Правильно, как твои дела? Брак заключается по любви. И она не его настоящая любовь. Хорошо. Допустим, и кто же тогда? Его настоящая любовь сидит там. Не ты. Сзади тебя... Она! Он прав. Ты та, кого я люблю. И это... Это все, чтобы забыть тебя. Ты серьезно? Да, серьезно. Хорошо, что ты тогда делал вечером 13 августа? По-моему, Адаму нужно в туалет. Да я наизусть этот туалет знаю. От начала и до конца. Правда? Да. Всю? От начала до конца. Скрипичный Пикачу? Хорошо заделился чипсами. Салат Цезарь, кирпичная стена. Шон Мендес, зубная щетка. Шон Мендес, тортилья. Ладно, в общем, давайте крякать прекратим. Расскажи ей, что ты мог бы карандашом написать или же просто сам сказать. Потому что некоторым же слова нравится писать. Да не, я, наверное, подберу слова, вместо того, чтобы карандашом их писать. Хорошо, ну да, можешь словами рассказать. Расскажи, что мы делали вечером 13 августа. Че это было? Мы взяли розовый джип его двоюродной сестры. Да, еще раз, чей? Джип его сестры. Бро по наплечникам. Чей, я туплю моей. Моей двоюродной сестры. Да. И что дальше случилось? Ну, мы подобрали его на джипе. На розовом. Да, да. Мы отправились на шоу талантов. Да, да, я же тебе говорю, что мы на шоу талантов пошли. Окей, а там? А там он танцевал с нами. Я даже не видел, как она танцует. И мы заняли второе место. Да, второе место, именно. А потом, мы съели джип. съели блинчиков. Я же говорил тебе. Не джип. Поверить не могу, что не верил тебе все это время. Это нормально. Да, мне так жаль. Мне так жаль, что я не верила тебе. Все хорошо. Я знаю, что ты любишь меня. Я люблю. Давай никогда не расставаться. Простите, но вы кто вообще? Ой, прости, я забыла представиться. Можно я это возьму? Мы собрались здесь сегодня. Анвар! Анвар! Малыш! Смотри, моя двоюродная сестра на розовом джипе. Ты забыл 13 августа. Ты говорил, что любишь меня. Бежим. Конец. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, то, что вам понравилось, и вы поставите лайк под это видео. И, кстати, надеюсь, то, что смотрели остальные части Кодекса Братана. А? А перевел и озвучил виски. Ага.